Всем доброго дня. Как видите, гуси любят тусить почему-то здесь, ну потому что я понимаю, что травы уже не так много, да они уже в принципе сыты ею. А я тем временем скоммунизил у соседа траву. Ну в кавычках, конечно же. Курочки, как видите, на жердочках сидят, потому что осень. Яблочки, кабачки у них, ну, есть постоянно. Сейчас посмотрим на реакцию на траву. Высыпал я им в три места. Здесь, где утки. Ну, там еще и курочки были. И туда дальше. Здесь тоже в два места, чтобы, ну, как можно больше куриц могло, как говорят, таки сучек свежачка поесть. Не то, что там окружили одну большую бадью. И все. Потому что, если раньше я по пять таких тележек, то сейчас уже по одной выкидываю. И то не каждый день. Вот, пользуясь случаем, еще раз. Мне был задан вопрос, говорит, вот мы, сразу сказал, что у меня мало кур, я заготавливаю морковку, крапиву сушу, ну и, наверное, какие-то еще овощи. Благо, что, говорит, в заморозке много места. Я раньше так делал, а сейчас нет. Почему? Ну, ответ очень простой. Я, как умная Маша, как говорится, натер морковку, ну, естественно, ее очистил. Почистил ее, натер, думаю, курочкам моим на зиму. Что вы думаете, из всех кулешков, которые я сделал, им не досталось ни одного. Все пошло в суп. Потому что в начале осени, когда много морковки растет на огороде, я меценат. Потом я еще свежую бросил в подвал, ну как бросил, аккуратно на сетке повесил. Но крысы, оказывается, еще те у нас ловеласы. Ловелазы, или скалолазы, правильно сказать даже. Сожрали всю морковку. Она была такая сладкая, вкусная. И также сожрали всю капусту. Ну, кроме того, что, подчеркиваю, которая была в заморозке. Поэтому я ее скушал сам, что мне приятного аппетита. Естественно, курочкам, ну, не получилось. Вот, если интересно, то морковки у меня там было, ну, не знаю, килограмм 10, может быть. И капуста было 7 больших кочанов. Да, 7. Как сейчас помню. Сожрали вместе с кочерышкой. Приятного им аппетита. Забегая наперед, скажу, когда говорят, что а вы боретесь с крысами, крысиный яд мне в помощь, но я отвечаю, я борюсь с ними 24/7, как говорится, потому что я кидаю траву, их осенью все равно становится много. Сейчас я, например, недавно бросил траву, потом я брошу траву там через дней 10, там, где у меня зерно хранится, я кидаю траву вообще постоянно. Это вечный бой. Вот даже вот подтверждение моих слов, крыльями машет. Привет передает. О, еще одна красавица. А это уже гречка. Так что так, борюсь, конечно же борюсь. И с крысами, и с мышами, и кошки ловят. Но это, я говорю, подчеркну, это вечный бой. В деревне это вечный бой. Это не бетонные джунгли. Тут все, кругом природа. Всем хорошего настроения. До свидания.